Дорогие зрители, всем большой привет! Хочу сегодня вам рассказать и показать, как можно очень легко набрать петли на спицы от клубка. То есть, получается, нам не нужно ничего отмерять, да? Например, нам нужно сколько там, 120 петель, да, на спицы. И понятное дело, что нам нужно вот эту нить отмерять. Это поймут меня те, кто вообще хорошо знает, о чем я говорю. Но если начинающие, то я вам объясняю, что вот эту вот нить отмерять не нужно. И мы будем с вами набирать петли именно от клубка. Сразу, с самого начала, как это делается, например, крючком, да. То есть вот взяли, немножко небольшой хвостик оставляем. И смотрите, друзья, вот таким образом делаем петельку небольшую. Так, сейчас. Как будто бы крючком, да? Вот. Все, петлю сделали. Теперь вот эту спицу мы перекладываем в левую руку. И берем правую спицу и от этой петли вяжем одну петлю лицевую. Вот так. Связали. Теперь смотрите, вот, чтобы вам было очень хорошо видно. Вот эта петля, которая на правой спице, мы ее должны переложить на левую спицу. Вот таким образом. Видите, получилось 2 петли на спице на левой. А теперь нам нужно между вот этими двумя спицами провести правую спицу и захватить нить и вывести сюда, на правую спицу. Видите как? Снова перекладываем на левую спицу и точно так же между последней и предпоследней петлей вводим правую спицу и снова набираем петлю. Точно так же перекладываем на левую спицу и таким же образом набираем петли. Очень легко. Фиксируется сразу же. Мне вот этот способ намного проще набирать тогда, когда я вяжу какие-нибудь там крупные изделия. Это может быть либо кардиган, либо свитер, либо даже тот же шарф. А сейчас давайте с вами свяжем пару рядочков, и вы увидите, как это легко делается. Смотрите, вот последняя петля, которая будет у нас на спице. Например, да, вот сейчас я свяжу последнюю, вот это наберу, значит, на правую. Вот эта вот последняя петля, которая на правой спице, да, она у нас будет кромочная. И начинаем вязать. Например, нам нужно делать ряд лицевым, да. Вяжем спокойно лицевые петли. Лицевые петли можно вязать либо вот таким образом, да, либо наоборот вот сзади. Мне больше почему-то нравится вот так, хотя мне кажется, многие скажут, что это неправильно. Но знаете, друзья, кто как привык вязать, так и вяжет. Поэтому вяжите так, как вам по душе, понимаете, и так правильно, и так тоже правильно. То есть это уже зависит от того, как человек научился вязать. И вот смотрите, видите, последняя петля на левой спице. Вяжем изнаночной петлей. Вот и все. Первое и последнее — это наши кромочные. И все, смотрите, таким образом мы провязали. И посмотрите, какой красивый набор у нас получился. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии. Я очень рада с вами общаться, всегда отвечаю на комментарии. И если вы подписываетесь и вам не приходит оповещение, то, пожалуйста, нажмите на колокольчик. Всем спасибо, пока-пока.